Смотрите, друзья, как в вольере Леона львички друг с другом дружились, а львы тоже держатся вместе. Потемнели они к зиме. Львицы не так, а львы прям такие рыжие гривы приобрели. Вот удивительно, как от времени года даже цвет меняется у львов. Ну а эти две красавицы вообще такими стали подружками. Вместе лежат, вместе теплее, веселее. Львы это вообще, конечно, животные такие, которые живут прайдами, любят дружить друг с другом. Одиночество им не присуще. Свернулись комочком. И, как видите, друзья, декабрь месяц не помеха ни для зеленой травы. И вот они спокойно могли бы зайти в теплый вольер, но они этого не делают, им и здесь просто прекрасно. Развалились на травке и лежат. Как Олег Алексеевич шутит, рекламу парка львов Тайган этот вольер делает. Действительно, этот вольер самый первый. И те, кто приезжает в парк львов Тайган, идут на мостки, и обычно как раз вот с первым делом любуются львами в этом вольере. А полюбоваться есть кем. Посмотрите, друзья, две, как будто две сестрички, две красотки. Левикам не скучно. Мало того, что друг с другом в вольере могут пообщаться, поиграть, еще и понаблюдать за своими соседями. Так что, конечно, без посетителей им намного однообразнее у них жизнь, потому что посетители не только с ними общались, но и кидали угощения. И это, конечно, разнообразило будни, львиные будни в вольерах. Ну ничего, друзья, всегда в жизни нужно делать какие-то паузы, перерывы, так и в львиной жизни. Насыщенное лето сменяется вот такой умиротворенной зимой, спокойной. Так, ну что ж, друзья, пока здесь особых сцен не происходит, пойдем тогда дальше смотреть еще интересные для вас видеосюжеты.